Итоги летней занятости подростков подвели в Центре по профориентации и трудоустройству молодежи. Участники круглого стола обсудили организацию работы бригад в сфере их занятости. В этом году специалисты Центра трудоустроили больше ребят, чем в прошлом. По сравнению с прошлым годом, несмотря вот на все эти антиковидные меры, нам удалось увеличить количество трудоустроенных подростков. И я считаю, что это наша гордость. В этом году 391 подросток смог летний период поработать. Участниками круглого стола стали представители школ, монастырей и социальных объектов городского округа. Именно они предоставляли рабочие места на лето. Ребята также наводили порядок в скверах и больших микрорайонах. Количество трудоустроенных подростков в следующем году снова планируют увеличить.